зависимости от того, как вы, в какую сторону вы можете усилить, вы можете из этого положения сразу выходить на полевой на ногу. Вы делаете то же самое. Смотрите, вот если он сидит так, нет. Опять под зад, он встал. Теперь вы делаете либо в одну, либо в другую сторону. Но это движение должно быть очень мощное. И вы уже не туда делаете мост, а именно в бок. То есть предыдущий я делал мост вверх, то сейчас вы делаете строго в бок. Моя задача, чтобы противоположная нога у него вытянулась. Ваша задача не перевернуть его. Перевернули — хорошо. Но ваша задача сделать так, чтобы вот эта нога, я не туда его сейчас толкать, вот эта нога, чтобы вытянулась у него. Что я делаю? Смотрите. Я делаю бам, видите? И вот смотрите, какая дыра. Что я делаю? Вот это колено уходит, я как бы вкручиваюсь. Это колено уходит вовнутрь, эта нога уходит вот сюда, вот его нога. Вы уходите на скрутку пятки. Например, хотите, можете на хил, если построить. Еще раз. То же самое, если он сидит, сделайте так, чтобы он был над вами. Видите, бам. Теперь строго в сторону. Вам нужно добиться того, чтобы нога была вытянута. Поэтому и рука не откинута. Бам. Теперь, вот видите, вы в каком положении находитесь. Я, заметили, да, я когда сделал вот это движение, я таз убрал, опять креветочку сделал. Дальше я вкручиваю, смотрите. Оп. Видите? Вот из этого положения я вкрутился, вот его пятка. Еще раз.